Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем монтировать теплицу Легенда 3x6 на таком брусе с цельными дверями, с грядками и с форточными блоками. Пока приехали, все выгрузили, приступаем к монтажу. Теплицу поставили, закрепили к основанию, нанизали поликарбонат на стены. Сейчас оденем профиля, все это дело будем прокручивать. Параллельно будем ставить переливы. После переливов начнем крыть крышу. Завершился монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3x6. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Имеется у нас система подвязки по две нитки на каждую сторону. Имеется два форочных блока на термоприводах. Есть диагональные усилители. Стоит все у нас на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком цветом палисандр. Цельные двери по торцам, поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Поликарбонат 4 мм. А, я уже сказал, да, 4 мм что-то. По периметру торцов установлен декоративный, он же прижимной уголок. И в данной теплице еще предусмотрены грядки. Грядки пока стоят отдельно, потому что теплица не подготовлена, пока под них место. Тут они собраны, и осталось их просто занести и поставить. Вот такая отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии всем.